6 килограммов 700 граммов синтетики – именно столько полицейские суммарно изъяли в ходе следственно-оперативных мероприятий. Наркотики прятали дома, в автомобилях и в других местах закладок на территории сразу 3 регионов. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников межрегионального преступного сообщества, занимавшихся распространением синтетических наркотиков на территории 3 регионов России. Оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК ОМВД в течение года задержали 13 мужчин и 8 женщин, проживавших в Рязани, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях. Среди них были 2 супружеские пары, остальные фигуранты не были лично знакомы друг с другом и общались с применением мер конспирации через интернет. 3 обвиняемых ранее были судимы за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В 2019-2020 годах сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области во взаимодействии с региональным ОФСБ поэтапно пресекли деятельность большой группы лиц, участники которой в настоящее время обвиняются в бесконтактном распространении наркотиков посредством сети интернет через тайники, закладки. Всего к уголовной ответственности привлекается 21 человек. В настоящее время предварительное расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Олеся Котровская, телекомпания «Город».